šeit ir dabūjami. Mēs turpināsim mūsu svētku programmu, bet pirms mēs to darām, mēs gribam novēlēt mūsu komandā veiksmi un aizsūtīt komandas gatavoties. Tāpēc mēs aicināsim komandas uz skatuves, visas komandas lūdzu nākam. Teicam tās komandas, kas šobrīd uzstājās pirmo reizi, kas komanda no Daugavpils valsts tehnikuma. Paldies,
но учим так же, как и вас учили. Движенец! Вагонник! Тепловозник! Если движенец зеленый довел, значит вагон тепловоз проведет! Сергей. Антонина. Елена. Вера. Наталья. Валентина. Алла. Александр. Ира. Константин. Помоги нам, братья, Бога!
что собрались в этом зале. Мы команда, хоть и местная, голодаем и скитаемся. Задание дано трудное, от шефа наставление. Мы хотим вас поприветствовать, только сил нет никаких у нас. Я с детства на откосах рос, я засывал по стук колес, ползал я выводил на слух, скажите, как меня зовут? Азотом укреплен, мороз и солнце закален, на берегу я тружусь, отремонтирую я бус, меня видали вы не раз, на между путей и моста. Забытые дети и жена лишь помнит срок инструктажа, контроллер сжат в его руке, его узнали мы уже. Решителен и гибок он, он интеллектом наделен, он и диктатор, и отец, планирует утренник, творец, пусть одержать такую рать, его нетрудно вам узнать. Скромности скажу, я станцией руковожу. Одним движением руки прижму я стрелки, острики, а ходом поезд пропущу и блокировку разверну. Движенка!
который возле нас, он в меру симпатичен для наших ясных глаз. Смех, веселье и задор покажет Липая и ждет ее фурор. И в маленьком городе, да, у синего моря, и липы с таштанами нас лишают покоя. Команда у нас, да, супер креатив, поднимем настроение, спасем коллектив, чтоб в жизни всегда был только позитив. Смотрите на сцене наш коллектив. Команда у нас, да, супер креатив, поднимем настроение, спасем коллектив, чтоб в жизни всегда был только позитив. Смотрите на сцене наш коллектив. Команда у нас, да, супер креатив, поднимем настроение, спасем коллектив, чтоб в жизни всегда был только позитив. Смотрите на сцене наш коллектив. Здравствуйте! Мы рады вас всех приветствовать. Мы все работали вместе какое-то время, и мы трудимся в Риге на ЛДЗ. И совсем не случайно на День инженера мы собрались в команду «Прожектор ПП». И вот приехали мы дружной командой в славный город Латгалии, Даугавпилс. Мы готовы всегда к непростым испытаниям, потому что бодры мы и полны сил. Тысячу лет мы ставили песню, несмотря то, что в ней всего 20 строк. Мы сначала хотели петь под Элвиса Пресли, но потом перешли на русский поп-рок. И вот приехали мы дружной командой в славный город Латгалии, Даугавпилс. Мы готовы всегда к непростым испытаниям, потому что бодры мы и полны сил. И может быть остальные не хуже готовы и стремятся к победе не меньше, чем мы. Нам придется собрать свою силу воли, чтоб команду из Риги запомнили вы. И тем более то, что в таком мы составе выступаем на сцене сейчас первый раз. Мы хотели бы слышать овации в зале, ведь хотим мы узнать, что вы любите нас. И вот приехали мы дружной командой в славный город Латгалии, Даугавпилс. Мы готовы всегда к непростым испытаниям, потому что бодры мы и полны сил. Мы все работали вместе какое-то время, и мы трудимся в Риге на ЛДЗ. И совсем не случайно на День инженера мы собрались в команду «Прожектор ПП».
чуку-чуку-ту. Приповіл ціяни. Висудину з'єдано. Приповіл ціяни. Чучі-чучі-чучі-ту. Приповіл ціяни. Nakti dziedādās, ripo vilcieniņš. Nakti mirga vilcieniņš, saulē tumu stāja brauc, tikai galvas sakcijā, pamosties būs jauc. Nakti mirga vilcieniņš, saulē tumu stāja brauc, tikai galvas sakcijā, pamosties būs jauc. Visu dienu dziedādās,
Опять тепловозе ночевали. Кто дежурный? Все молчит. Диспетчер? Диспетчер тоже спит. Где ж моя вторая дочь? Мастер, где запчасти брать? Что? Подкон опять ломать. Как-нибудь мы слепим. Было два, а идет один. Где ж моя третья дочь? Об нас ведут на человеке. Куда ходим? И не оспорим истину не то. А где инфраструктура? Все поймешь, ты ведь не дура. Что? Опять ремонт балдеж? Негде взять опять крепеж? Разбираем третий путь. Про КБ там не забудь. Миллиончики текут, где ж моя четвертая дочь? Вторая.
вас не будет молока, настоящим сообщаем, что, учитывая возможность проведения вашего сертификата, мы не возражаем против вашего предложения о подключении. Всегда легко
и надежно в окружении таких сестер и мам. ЛДЦ! А наша жизнь — железная дорога, под стук колес незримо вдаль летят года. А поезд мчится быстро-быстро, пожелайте же машинисту, чтоб в зеленой жизни свет горел всегда. А поезд мчится быстро-быстро, пожелайте же машинисту, чтоб в зеленой жизни свет горел всегда. А поезд мчится быстро-быстро, пожелайте же машинисту, чтоб в зеленой жизни свет горел всегда. А поезд мчится быстро-быстро, пожелайте же машинисту, чтоб в зеленой жизни свет горел всегда. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят, что с нами сделал ты. Из термосов и банок я кормился, и нюхал креозот, и думал, с путинером мне обязательно повезет. И нюхал креозот, и думал, с путинером мне обязательно повезет. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, верь, взять ее на мушку. Yeah.
И сейчас мы начинаем передачу «Пусть говорят», и с вами ее неизменный ведущий Андрей Малахов. А тема нашей программы – «Как воспитать хорошую дочь». Встречайте первого нашего гостя – «Несчастливый отец». Здравствуйте. Я сегодня в роли несчастливого отца. Очень несчастливого отца. Внимание на экран. Когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне оранжевый жилет и под дверь поставила техникум тогда. В техникум поступишь, будешь вся в отца. Ты о нем не подумай плохого. Поезда он тяжелые водит. Он в депо машинист не последний. Хоть давно нас не видел, но помнит. В технаре училась я и жила без бед. Как его окончила, надела свой жилет. И отца я встретила, чтоб ему сказать: я теперь вагонница на тебя. Обо мне не подумай плохого. Я училась, взрослела с годами. ЛДЗ меня любит и кормит. Ну а ты мне совсем не папаня. Здравствуйте, я счастливый отец. Я 50-го спросила. У меня своих вещей, к сожалению, нету. Но я могу с удовольствием рассказать о том, как я воспитывал своих практиканток. Внимание на экран. Практиканка. Практиканка глупа, и я об этом знал. И как обычно под вечер я ее отругал. На следующий день я сказал ей: привет, научи меня работать, я услышал в ответ. Я, конечно, удивился, но готов научить, чтоб она это на деле все могла применить. Она даже показалась мне немного умней, и наше дежурство сразу стало веселей. Научи ее работать, она хочет знать все. Сигнализация еще и еще. Научи ее работать, она хочет знать все. Планы, окна, телеграммы еще и еще. Прошел целый день, я рассказал ей все. Научи меня работать, пожалуйста, еще. Уже в который раз просила она. Ну а то, что смена кончилась, понять не могла. Она хотела знать, как делать это и то, кого куда послать и для чего. И вроде мы закончили это изучать. Она вдруг стала мне все повторять. Говорила мне то, чего я даже не знал. Я пожалел, что ей инструкции читал. Научи ее работать, она хочет знать все. ПТС, сигнализация еще и еще. Научи ее работать, она хочет знать все. Планы, окна, телеграммы еще и еще. Встречайте мать героиня. Да, я мама героиня. У меня пятеро детей. Я счастливая мать. Со мной мои дети. Как-то сразу все не так пошло. Как же это все произошло? Родила я пятерых детей. Старость обеспечена, поверь.
трудно одному держать концерн. Я не сплю уже который день. Видеоконтроль мои глаза, только там не видно ни хрена. Что бедные путейцы, это ложь. Ремонты тут и там не разгребешь. Окон не дают, вот это боль. Но навеки к матери любовь. Про меня поскребешь, говорят. Но ловлю завистливый я взгляд. Я дороги мощности делю. Платежи для всех. Но ловлю завистливый. Среди дивидендов есть и я. Дойная корова, я не зря. 7 лимонов прибыли за год. С дочкой так не всякому везет. Тепловозом скоро 30 лет. Они все бегают без бед. Это может сделать лишь один РСЛ концерна сын. И вот наша передача «Пусть говорят» подходит к концу. И напоследок я хотел бы сказать, что есть разные истории, хорошие и плохие, и именно вам решать, как воспитывать вашу дочь. Так что любите себя, своих близких. Берегите себя. До свидания. Только хорошими сказками. И вот одна из этих хороших сказок. Вот он. Железные дороги, могучий концерт. А это путейцы, которые класть пути умельцы в концерне, который нас всех сплотил. А это компания «Инфраструктура», которая по своей натуре строит пути, что содержит путейцы, которого этого дела умельцы в концерне, который нас всех сплотил. Это Карго, наш перевозчик, который старается без заморочек состава возить и в сною бурю по рельсам, что строят инфраструктура. Там, где шустрят умельцы-путейцы, те, что умеют держать в порядке рельсов, в концерне, который нас всех сплотил. А вот и РСС берет на себя подготовки процесс тепловозов, что Карго, наш перевозчик, использует для продвижения почек по путям, что путейцы и инфраструктура содержат в порядке по всем процедурам в концерне, который нас всем сплотил. Участок эксплуатации – это Прижанск, которая с точностью, прямо как немцы, составляет маршруты для перевозок, осуществляемых карго на тепловозах, что РСС приводит в порядок по рельсам, что путейцы и инфраструктура вдобавок содержат в концерне, который нас всем сплотил. А это компания «Латралнет», которая ни для кого не секрет является графиком
и мощностей управленцам, которые четко соблюдают движенцев, чтобы каргерские тепловозы могли без опоздания, угрозы, грузы возить по содержанным рельсам, что обеспечивают путейцы в концерне, который нас все сплотил. Сигнализация связи – это дистанция, которая обеспечивает связь по станциям, что в том числе и движенцы могли тепловозы направить в Ланцы, где РСС их ловко наладят, и как и потом с ними грузы отправят по множеству латрамерских нитей, по рельсам, за которые путейцы в ответе в концерне, который нас все сплотил. И в этой инновации вносит поток, которым для вычислений нужна связь и то, которая на каждой рабочей станции обеспечивает сигнализацию и связи дистанции, без которой движенцы не могут трудиться, чтобы с выставленных ниток не сбиться. Для перевозки грузов и пассажиров, которые карго без перерыва на тепловозах осуществляют ловко за РСС машин подготовка по рельсам, которые по процедурам содержат путейцы и инфраструктура в концерне, который нас всех сплотил. Наша охрана Элдоза Апсерца, она не допустит такой ситуации, что кто-то тут под угрозой. Если что, ответит угрозой. Недобросовестному террористу, который со смеху создаст машинисту, который огромный состав перевозит на подготовленном тепловозе по маршруту, что составляют движенцы, по рельсам, что содержат и строят путейцы в концерне, который нас всем сплотил. А это генеральная дирекция предприятия, которая умело контролирует ситуацию, где трудятся из ИВЦ, программисты, связи обеспечены, АСЦ-писты, РСС содержит в строю тепловоза и как используют для перевозок и мощности графики ставит LatRailNet, движенцы обеспечивают движение без бед по рельсам, которая инфраструктура содержит порядки по всем процедурам в концерне, который нас все сплотил. А это компания Passenger Wilsons, которая нервно курит в сторонке, потому что тоже могла быть в концерне, который нас всех сплотил. День за днем, за годом год, дорога не стареет, она только растет. Проходя сквозь круговорот, набирает силы, объемы, оборот. И те, кто меня еще помнит маленьким, превратились в больших начальников. Начиная в одной структуре пути, теперь каждый в своем предприятии. Каждый день нашего взросления несет в себе олицетворение того, как правильно надо развиваться, к чему стремиться, чего опасаться, мама. Мы все взрослеем, но наши графики теперь и плотнее, и тепловозы наши мощнее, ты знаешь, мама. Мы все взрослеем, и браков нету у нас в движении, а рельсы целы на всем протяжении. Рельсы, а также стрелки и все сигналы. Сигналы. На тысячи вопросов знаю тысячи ответов, и я предполагал, что со мной случится это. Ведь я выбирал лучшую из карьер, теперь я инженер. Инженер, наша служба ждет нас день за днем, повышая безопасность и объем. Каждый день, решая разные проблемы, мы все работаем в одном концерне. Ведь на глазах концерном подрастают дети, дочерям сегодня уже пятилетие, и будет дочерям хоть лет 300, будут лучшие у нас специалисты, мама. Мы все взрослеем, но наши графики теперь и плотнее, и тепловозы наши мощнее, ты знаешь, мама. Мы все взрослеем, и браков нету у нас в движении, и рельсы целы на всем протяжении.
дорога не стареет, она только растет, проходя сквозь круговорот.